обратите внимание, то, что у них на всех позициях, абсолютно на тех, которых я был, у них везде возле блиндажа, где они живут, там они и мусорят. У них мусорка везде постоянно. То есть, если наши, когда заезжают на позицию, у нас есть пакетики, мы в пакетике аккуратно все запихиваем, потом это все забираем, то противник срет просто там, где живет. Насколько я видел, они даже, они ссут в бутылки, потому что они боятся выйти из окопов. Зараз, любі друзі, у нас відбувається розпаковка бліндажа окупанта. Хочете форму себе? Унікальна, нова. Жук не собі. Да, вообще, то есть ніхто ні разу не одевал. Заходите. Уютненько, да. Трошки бомжами пахнет. Эта штука, если хотите лишиться ноги, то используйте, пожалуйста. Вот такие джигути використовували ще десь в роках 70-х и 80-х, и він дуже ненадійно. Ну, это опасная штука. Ну, я бы сказал, что у них на позициях очень много каких-то таблеток. Ну, знаете, не в медицинских целях. А яких самих ты находишь? Я название точно помнить не буду, ну, не скажу. Но скажу одно, то, что у них еще и шприцов валом. То есть ребята, наверное, увлекаются наркотиками какими-то интересными. Чем еще они увлекаются? Сигарет у них валом на позиции, мешками. Но воды у них нема. Ложки, вилки. О, две цигарки, Вон еще. Ух ты. Это аптечка орковская, да? Это такая чисто бомж-стиль. Интересно, что он тут собирался заряжать? Китай. Китай. Китай написано. Жгутики. Это что взагалі носить? Вот это уже интересно. А что там? Вот это, наверное, не для продажи. Из чеченцев делают. Бараны, вон, видите? Вот это круто. Армія Росії. Фу, боже, яка вонь. Да? Вагнера в такій формі ходять? Чи? Ні, чи? Це регулярно? Це регулярно. У них, коротше, у всіх іконки, щоб ви розуміли. Вірять в Бога. У них навіть є, коротше, красний флаг. Там Ісус нарисований. І він на красному фоні. Значить, такого плану. Звездочка. Наверное, для каких-то любовних утех. Який хрест величезний. Угу. Ось серед Рад, цього всього кацапського мотлуху ми помітили санки. Далі ми продовжимо. Як вони на них катались тут і для чого вони їм тут взагалі, питання залишається відкритим.